Привет, мои дорогие подписчики и зрители, которые смотрят мой канал. Сегодня я решил пройти игру Medal of Honor Airborne, так сказать, тряхнуть стариной. Игра 2007 года, разработчик у нас Electronic Arts, Лос-Анджелесское отделение. Игра сделана на движке, по-моему, CryEngine 3, но учитывая, что это даже 10-летняя давность, она, в принципе, смотрится очень хорошо и интересно. Давайте начнем игру. Роль сложности сержант. Как раньше игры, в принципе, сейчас таких не делают. Сейчас Electronic Arts делает игры, лишь бы вытянуть деньги. Раньше игры делались как бы для игроков с интересом, то есть сюжет продумывался, а сейчас он... Игра делается так, что основная часть — это кусок как бы общей игры, и потом пойдут DLC, которые как бы это являются кусками общей игры, они просто игру распилили и продают за те же деньги, что в принципе сама игра практически. А там ничего особенного нету, там какие-то внешний вид героев, там оружие какое-то дополнительное, которое, может быть, дает преимущество. Но учитывая, что люди, как правило, хотят получить преимущество в игре, быть крутыми, то они платят деньги за дополнительное вот, вооружение и все остальное хрень. Я, конечно, не сторонник того, что вот пилить игру. Мягкая посадка. Я не сторонник того, чтобы вот игры пилить на DLC и продавать их. Лучше дополнительно создать какое-то определенное дополнение, которое будет включать в себя дополнительные миссии, какие-то там кампанию. Плюс дополнительное вооружение там будет появляться. Electronic Arts раньше делал нормальные игры. Та же КНФС был, каждый год выпускался. Но потом они якобы не успевают делать игру. Поэтому каждые там 2 года идет на разработку игры, при этом... Они разделили, то есть две как бы компании отдельных делают игру. И каждые 2 года, получается, уходит на разработку игры, и при этом выходит она как бы раз в год, то есть периодичность у нее выхода. Вон тень отдельно джип где-то вообще ползает. Или это там джип. Сейчас это пока тренировка и посадки парашютом. Ну, игра тогда была сделана, в принципе, много игр по серии Medal of Honor. Мы серебряные крылья получили. Хотя можно было, в принципе, на точку грохнуться и получить золотые, но это не столь важно. Так, сейчас у нас будет брифинг перед первой миссией. Траверс. Траверс. Ears airborne. Quiet. Our mission is here. Sicily, the village of Adante. S2 is reporting 4 enemy AA emplacements positioned throughout the village. The first is located to the west, in a sector hereafter referred to as Hill Houses. The second is located just beyond the northeast gate leading out of the village. The final two are heavily defended, located on the roof of the mayor's residence, recently converted to an enemy command post. This is our most current recon on the drop zone. Red markers indicate the areas of highest enemy concentration. Unless you plan to win... В общем, наша задача в какой-то деревушке высадиться и завалить все, что там двигается, и 4 ПВОшки. Ну что ж, я думаю, начнем. Так, выбор вооружения у нас. Томпсона урон. Так, винтовка. У этого меткость больше. У Томпсона вообще меткость хромает. Давайте МП возьмем. Так, винтовка, она тоже, в принципе, будет прокачивать. Ну, оставим винтовку. И пистолета у больше нету. Ну, давайте начнем. Так,
Безмерное зло. То есть свои же по своим шмаляют. Че, нас подбили? Ну, трупешник один уже есть. А, еще живой. О, один точно есть. Нас подбили. Так. Давайте присадим. Так, вон там ПВОшки, там ПВОшки. Что-то ПВОшки не присовываются. Надо прям туда садиться. Так. И куда нам? Ладно, по стрелке. Здесь где-то немцы. Чувак, а ты там? Это наши? Наши. На, точность у него лучше, чем у Томпсона. О, а ты как сюда забрался? Ладно, пойдем вниз. Поможем нашим. Я думал, там где-то сверху валяет. Ну вылези. Чего там еще? Какой-то живучий гад. Да у тебя что, шо, терминатор что ли? Башка бронебойная. Да мужики, держите. Мне не жалко. В атаку, мать вашу. Порвем всем сраку. Прессу, шмессу. О! Кто? Ты что, неубиваемый, что ли? Малыш! Что, все? Отбегались? Так, что тут? Аптечка. Патроны. Так, взрываем одну из этих. Так, больше ничего нету. Так, погнали дальше. Что у нас тут? Гранаты. Еще аптечка. Там вон тоже аптечка. Вон патроны. Еще автомат. Аптечка. Так, ладно. Погнали дальше.
Понеслась мяча по трубам. Пятку. Вот говнюки-то, а. Наши. Ладно, где у нас винтовка? Минус проблема. И можно спокойненько. А, там свой. Да ты говнюк, хватит ловить патроны мои. Кто тут, блин, наверху шмаляет, а? Ты что ли тут? Сколько ж тут идти-то? Спасибо. Что, все? Да ладно. Где-то там. Так, два минус. Еще там кто-нибудь есть? О. Минус два. Точнее, третий уже. Ладно. Отсюда. Отсюда ни хрена не видно. Чувака завалили. Так. Сдох. Ну. Да ёб твою ж за ногу, а. Ну чё, бессмертный, что ли? Так, а патрончиков тут не валяется? Кто с вами так... Хрен чё напасёшься. Вон, патроны. Здесь вот тоже патрончики. Так, винтовки. Это другие, что ли? А, это свои, ё-моё. Дай пройти, мужик. Готов? Так, где у нас тут еще? Ла-ли-ла-лай. Чё, все? Так, что у нас там?
Ну отойди. Где тут у нас еще желающие? Так. Я думаю, вам хватит. Не, не хватит. Да вы там что, бронированные, что ли? Так. Минируем вторую. И валим оттуда нахрен. Что, все что ли? Всех перестреляли. О, патрончики. Ну, погнали. Так, всех тут перестреляли. Так. Ёх! Так, стоп, здесь где-то один. Гомосек. Или парочка гомосеков за стенкой. Заехать, что ли, к ним? А, мы все равно туда же идем. Нет, стопарики. О, нам надо туда куда-то. Да вы задрали, мужики, ловите. И тебе подарок. О, по-русски заговорили. Держите. Мужик. Твою мать, ты умрешь. Мужики. Так. Я так смотрю, вы критически не хотите умирать. Так, ребятки. Да сколько же у него там в каске-то? Титановая броня, что ли? Да лови ты подарок, ё-моё.
И вы тоже, ребята. Я не жадный. Какие-то они вообще бронированные. Твою мать, а? Да сдохните, вы уже задолбали. Ты откуда взялся? Что это такое за поза? Кого, мышца что ли круче? Держите подарок, ё-моё. Кто на кончик? Ладно. Даже винтовка не прошибает, а? Мужики, сорян. Пойду-ка я прогуляюсь. Патрончики соберу. Блин. Где тут выход? А то что-то вообще как-то. О, еще патроны. Веселье устроило, патронов не оставил. Копритами, хренитами. Короткими чередями. Все. Так, патрончики. Аптечка не нужна. Здесь патронов больше нету, что ли? Все. Вот еще патрончики. Так. Вот валяется. Так, давайте подорвем последнюю у нас зенитку. Hey, Worth. Go tell the CO we got this one. Sir, Sergeant Setzer's requesting reinforcements ASAP. Christ. We're spread thin as it is. Okay, you and Travers go, I'll hold here. I can't stand Setzer anyway. Да. Так, вечеринка продолжается. Короче, к своим продвигаться. Ух ты, ё. Веселье продолжается, мужики. Ну, высунься. Ты-то кто там? Ah.
Так. Аптечка нам нафиг не нужна. Продолжаем движение. Так, нам сюда. Ох ты, твою мать. Что это было? Вдвоем. Пока в жопу не стрелили. Да ладно. Ну вылези, малыш. Так. Ну твою мать, а. Грёбаные тиммейты. Ну. Вообще гранату нету. Твою бабушку. Ёкарный бабай. Кочергой тебе по башке бы дать. Блин, сейчас бы граната не помешала. Так, где патроны? Патроны. Аптечка. Патрончики. Сейчас бы гранату. Мужики, что стоите? Чё стоим? Особое приглашение, что ждем? Ух ты, а это наши. Готов, малыш. Эх, жизнь была не была. Чё, всё? Отстрелялись? Так. Ещё не отвалите патрончиков? Чё, всё? Somebody showed up. Stay clear of the window. There's a sniper across the way. He got Harding there. Thinks he got us both. He's been on the radio for reinforcements. You're gonna have to take the shot. Take Harding Springfield. Damn! He's gotten through. The Germans are moving in. They're trying to retake the town. Hurry! Так, где мы? Stay low! А
significant enemy force remains in the defensive on the outskirts of Adante. S2 is reporting that there may be a regimental level commander present in those defenses. All units are hereby instructed to engage those defenses with the objective of either killing or capturing that officer. Stay low. Да, и как мне эту дурду завалить? Готов. Так. Что дальше? Enemy armor approaching from the north. All units are instructed to fall back to the town square and provide immediate support. Так, пойдем. Let's go on the double. Так, так, так. Что тут? А, тут Томпсон. Так, готов. Ух ты, ё. Ребята. У тебя чё, каска бронебойная, что ли, блин? Так, продолжаем зверство над немцами. Стопарики, я ж там всех завалил. Нифига вас там. Ёбушки-воробушки. Жопу раненый джигит далеко не убежит. Насчет немцев-то не знаю. Но пачка точно не убежит. Твою бабушку, сколько ж вас там вылазит? С какого места вы там рождаетесь? Роженица хренова. Твою мать, а? Немцы, шпенцы, блин. А ты как там опять оказался? Фашист, хуин ты. У нас таких патронов не хватит. Блин, в пяточку. В засос. Ух, ё. Меткий говнюк. О, гранаты. Аптечка тут не валяется? О, аптечка есть. Так, гранаты.
патрончиков бы. Че, 5 внутри тут? Так. Тут. Но тут и сели везде. Опять. Ладно. Что тут в подвале есть? Ладно, зайдем наверх обратно. Так, опять наверху заняли. Ой, блин, сорян, мужик. Блин, патронов вообще нет. Да. Наш. Блин, где хоть патроны-то? Так, еще где-то должен. О, аптечка. А вы тут откуда опять беретесь? Нифига себе. Ладно, придется пехалем тут бегать. Всех завалили. Ну? Colonel Scott Webb, commanding officer. This is the after-action report for the 82nd Airborne, July 11th, 1943. Нашли всех говнюков и завалили. 23 hours under heavy fire. Airborne troops destroyed all enemy AAA emplacements in and around Adante. Village and its environs were cleared and secured. Enemy currently retreating to the north. This operation, the first combat jump for our division. Не то что нынешние игры, казуальщины нету. War has begun. Сейчас. Попал одну пулю в тело, ликуат там в пятку и все убил. А сейчас приходится выцеливать еще и при этом не убиваешь с первого выстрела никого в голову даже. Так, первую миссию мы прошли. Из скольки тут у нас? Раз, два, три, четыре, шесть миссий в игре. В принципе, достаточно интересные и долгие миссии, не так как там... В играх некоторых быстро все пролетело и все. На этом, я думаю, закончим. Следующая будет у нас миссия, получается, Avalanche. Вторая в игре. Ну, как видно, игра старая по графике, но все равно не отцепляет, так скажем. Засасывает, и здесь есть в кого пострелять, там, то есть врагов много, они откуда-то идут, непонятно. То есть и вас могут пострелить легко и завалить, и вы тоже, в принципе, если приноровитесь, можете тоже кого-то завалить. На этом мы заканчиваем, ставим лайк, подписываемся на мой канал и ждем дальнейшего прохождения игры. Всем спасибо и удачи!